Әлбетті, кімлерден тәфсилерні сұрадық, білдік, әнді сияйнымызны девам әттеміз, ветамам шымды біз Қырымтатар мәдениеті ойынвары ақында алап ерсеті жекміз. Әбет, сағыл достлар, кеченлері Москва шерінде бөле бір ярыш олып кешті, веанда Қырым ансамбілерді іштірак етті. Біздің ансамбліміз Джемиле анда ғалебе қазанды. Бұ ақта біздің мұсафырымыз тариф етеджек. Ве біздің студиямызда Джемиле Қырым татар ансамблінің реберы Джафер Абдувелиев. Сәлем алейкум. Сәлем алейкум. Сабылар хайыр. Қош келдіңіз. Как настроение? Все классно. Сау болыңыз. В первую очередь, Джафер Бей, хотим поздравить вас с победой. Ансамбль Джемиле занял первое место. Или, может быть, я не знаю, какое место. Об этом хотим спросить у вас. А что за конкурс был в Москве? Конкурс называется «Танцемания», организаторами которого являются Международный совет по танцу ЮНЕСКО. И на этом конкурсе мы участвуем с 2019 года. В 2019 году было гран-при, в 2020 ничего не было, в 2020 никто не действовал. В 2021 году в марте первое место было, и вот в декабре у нас поехали младшие дети. Мы повезли в этот раз 4 группы, 2 из них совмещенные. Мальчиков с девочками. Они заняли первое место, совмещенная группа. Потом детки с 6 до 11 лет, они заняли первое место. И еще у нас есть второе место, это дети 8-13 лет. Вот как бы три награды. Которые, абсолютные чемпионы. Которые нас вполне, да, так сказать, порадовали. Очень неожиданная награда была, это награда лучшего балетмейстера. То есть этому я был, так сказать, приятно удивлен, потому что большое очень количество разных руководителей, людей с опытом, людей, которые посвятили себя, так сказать, этому делу, хореографии в целом, и из них выделили как бы вот нас. Угу. Поэтому это было очень приятно. А какие танцы исполнили? Хайтарма, Юсуф Хайтармас и Чатардах. Три танца вот было. Как проходила подготовка к этому конкурсу? Долго ли готовились? Ну, времени на подготовку было мало. На такие конкурсы надо готовиться прямо основательно, заранее. Но, как вы понимаете, поездки не бесплатные, поэтому не каждый себе может позволить. Поэтому постоянно меняются танцы и подготовка. Ну, где-то месяц мы упорно готовились, но этого мало для таких конкурсов. Но все же показали хороший результат, я считаю. Вообще, чем сегодня живет ансамбль Джемиле? Над чем работаете, к чему готовитесь? Развиваемся, продолжаем развиваться, готовимся. Ну, в первую очередь, мы готовимся к отчетному концерту, который пройдет у нас в мае, в конце мая, сметался. Потом готовимся. Этот конкурс нам дал возможность съездить в Париж и показать достойно себя там. То есть первые места, кто занимает, собирают всех лучших и отправляют в Париж. Да, то вот есть ожидается поездка? Да, да, которая будет, должна была быть в январе, я так поделюсь. Но там отменилось все, ну, в связи с ограничениями, и перенесли все на май. И вот, в общем, на май, на начало мая мы готовимся туда, на конец мая готовимся отчетный концерт. И отчетный концерт в мае, и поездка в Париж? Да, 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 все насыщено. Мне кажется, эта новость вдохновила участников ансамбля, конечно, поездка в Париж. Как будете определять, кто поедет в Париж, кто не поедет в Париж? Наверняка желающих будет очень много. Ну как? Лучших из финансовый вопрос тоже играет роль, потому что поездка опять не бесплатная. У нас нет таких спонсоров, которые возьмут нам, оплатят всю поездку детям. Конечно, тогда поедет каждый. А здесь теперь будет играть и финансовый вопрос, и технический. То есть, если ребенок не тянет, как он поедет? Это если у него есть деньги, он едет? Нет, здесь такого нет. То есть должен быть уровень, качество. Это в первую очередь, зачем мы следим. Сколько сегодня детей занимается в ансамбле? 300. 300. Более 300. 300. Да. Танцы преподают преподаватели. Сколько преподавателей? 6. 6 тренеров, и я вот 7. Машаллах. Семером обучать танцам аж 300 детей, мне кажется. Ну, 3 филиала. В каждом филиале вот по 2 человека, плюс я. Только дети, либо взрослые тоже могут? Взрослые тоже могут. Могут прям очень взрослые. То есть есть группа для себя, где занимаются исключительно, так сказать, с целью сбывшейся мечты в детстве, да, чтобы
ну, при желании люди могли себя посвятить этому делу, хоть как-то прикоснуться к искусству хореографии. Мне кажется, я в будущем стану участником такой группы. А, насколько популярны крымские танцы вот среди взрослого населения? Вот для людей, которые хотят для себя. На сегодняшний день становится все популярнее, что не может не радовать. Потому что, ну, это и есть наше развитие. То есть, допустим, молодые пары, молодожены, да, перед свадьбой, я замечаю же, ну, сколько лет этим делом мы занимаемся, вот последнее время люди начали ответственнее подходить к вопросу свадьбы в плане танцев. То есть, чтобы не выглядеть косо-криво, чтобы не упасть, так сказать, лицом в грязь, люди заранее начали записываться, заниматься, не только ко мне, везде, во всех ансамблях. Вот. И это, я считаю, хорошо, это плюс. То есть, тем самым наши свадьбы станут намного ярче. Да, конечно. Да, и намного, и традиции будут чтить. Очень надеемся на это. Да, мне тоже кажется, что это заслуга вот наших танцевальных коллективов, наших ансамблей крымско-татарских, потому что сегодня очень много молодых, которые среди молодежи людей, которые умеют танцевать, ходят, либо же там посещали недолго хотя бы ансамбли танцевальные. И вот именно вот эти люди, они подтягивают за собой и других людей, вот таких, как я, которые смотрят со стороны, такие, блин, вот на свадьбу пригласили, надо что же научиться немного танцевать. И стоит отметить, что ансамбль «Джемиле» очень часто украшает важные мероприятия, да, нашего народа, и также и свадьбы. Да. Вот, да. Как часто вот выступает на свадьбах ансамбль? Ну, довольно-таки часто. Да, потому что и мы уже сами не танцуем, то есть и вместо себя отправляем участников старшей группы, вот ансамбля «Джемиле». Поэтому мероприятия нами украшаются довольно-таки часто. Вот. А сколько лет ансамблю уже? Уже с 94-го года. То есть 8, да. Ученики, которые начинали свой путь еще тогда, уже давным-давно наверняка уже преподают. Уже водят детей. Уже водят детей сами тоже. Вот раньше кто занимался, первые группы, они, так сказать, остались по сей день преданы ансамблю. И их дети тоже продолжают путь своих родителей. Вот. И это как такая большая семья, которая из поколения в поколение постоянно, дети, взрослые, вот, передается. Это очень хорошо. Джафербей, а вы сами начинали свой путь тоже с ансамбля «Джемиле»? Из крымско-татарского именно, да. Это в 12 лет я пришел. До этого я занимался в кружках, но я не считаю это прям осознанным. Вот в 12 лет я осознанно, я понял, что я хочу заниматься своими народными танцами, и сам поехал туда. Меня не отвели, не привели. Я сам поехал, захотел очень сильно. Вот. И что-то вышло. Ну, так и дальше выбрали это направление, получается. И в университете учились тоже, да? Да. Закончил магистратуру по этому направлению. Вот. Ну, то есть судьба направила меня. А ансамбль специализируется только на крымско-татарских танцах? На сегодняшний день, да. Раньше, если у нас было много народностей, то есть мы танцевали все, и там и украинский, и русский, и азербайджанский, и Кавказ, все было. Но сейчас, лично мое мнение, да, наша культура находится, да и в целом народ, находится не в самом лучшем положении. И то есть, чем развивать кого-то, мы сначала должны развить себя до определенного уровня, дойти до такой особой планки, когда начнут признавать крымско-татарский танец, искусство, все вот это. Вот, вот тогда мы можем позволить себе изучать уже дальше другие народности. А на сегодняшний день достаточно ли литературы? Нет. Обучающих материалов вот, по танцам? Ну, очень мало, крайне мало. Там на пальцах сосчитать количество книг, это очень мало. То есть приходится в основном додумывать, придумывать, чем сейчас все и занимаются, потому что особо прям литературы, где все подробно расписано, где сказано, все, такого нет у нас. Есть, да, не спорю, есть Аким Джемилева вот книга, есть Ремзия Бакал, есть у нас книги, но это не то, что, ну, так сказать, не то, что должно быть. Вот, допустим, если мы возьмем классический танец, это немеренное количество литературы, то есть огромное количество разъяснений, все есть, ну, а у нас нет такого. Народный станок не развит. Ну, это уже такое танцевальное, техническое. А вот для вас пример подражания. Кто из танцоров?
Крымская Джамиля татарская. Ханум, конечно же. Джамиля Ханум? В первую очередь. Да, в первую очередь, да. Она зарядила вот этой, так сказать, привязанностью к танцам, да, вот этой любовью. Это ее заряд. И все, кто занимается вот в ансамбле, кто занимались при ней еще, они это тоже знают. И кто раньше занимался, угу, все ей благодарны, все это знают. А много ли среди учеников тех, которые уже твердо решили связать свою жизнь с хореографией? Твердо решили. Ну, есть такие ученики, которые на этом пути. Ну, вот они тренируют детей. То есть это и есть наша... практика такая. Да, да. Ансамбль «Джамиле» на сегодняшний день занимает... очень часто занимает призовые места. Это вот и последний конкурс, и помимо этого в других конкурсах. Чем обусловлен такой успех, вот, по-вашему? Детьми, их силой воли, их желанием, их настроем. Мне кажется, это все зависит от них. Да, от меня тоже, но в первую очередь это от детей. Упорство и труд. Упорство и труд. Если бы они не были настроены, не просто участвовать. Да, участие – это тоже большая победа. Я склоняюсь к такому, что поучаствовать – это уже большой плюс. Вот даже танцемания – это очень большой конкурс. Здесь нет таких в Крыму, да и по России я не знаю где. Вот там, ну, масштаб есть, и там поучаствовать уже приятно. А когда там еще получаешь призовое место, это уже от настроя детей все зависит. Вот. Ну, от руководителя тоже, но дети в первую очередь. А можно ли вам придумывать какие-то новые элементы в танцах? Конечно. Так делают, да? Конечно. Нужно. Потому что... нам нужно придумывать новые элементы в танцах, чтобы мы развивались дальше. Пробовать, ошибаться, потом понимать свою ошибку, признавать ее, исправлять ее. Нам нужно это. И чем больше будет нового, мы быстрее придем к чему-то более такому усовершенствованному. Вот. А смотрите ли вы какие-то там старые записи, может... Уже все пересмотрел. Танцов. Вот сколько уже можно смотреть? Уже я все пересмотрел, я все изучил. Все движения уже выучили? Конечно, конечно. Это давно уже было изучено. Чтобы как-то передавать культуру в массы, надо ее хотя бы немножечко знать. Изучить и, конечно, развивать, да, дальше. Да, да. Сегодня просто эти движения вы модернизируете. Можно и так сказать. Добавляя. Ну, есть у нас же, вот, допустим, именно берем ансамбль «Джамиле». Да? У нас есть техника, которая нам досталась вот от Джамиле Ханум. И вот эту технику мы передаем дальше. То есть технический момент остался, просто мы его продолжаем развивать. Мы не удержали все как есть, а мы оставили стержень, да, и начинаем дальше обогащать. А хотели бы вы, чтобы в будущем вот человек, который разбирается в танцах крымско-татарских, вот, он мог отличать вот по стилю то, что крымско-татарский танец, а танцы другого народа, а просто вот какой это ансамбль танцует. Вот это, например, видно, что ансамбль «Джамиле». Вот, да, и на сегодняшний день это уже есть, да? Это уже есть, но хотелось бы другого. Хотелось бы, чтобы люди отличали, о, вот это, например, ногайский танец. Uh-huh. О, а вот это ялыбойский танец. О, а вот это татский танец. Там и так далее, да? А вот этого же нет у нас. Есть? Источников нету, ничего нету, никто об этом ничего не знает. Последнее, что мы об этом узнали, от Ремзи Бакал. Mm-hmm. Вот это я был и Джамиль Аблай. Вот мы с ней общались. Джамиль, вот друг мой. И вместе мы услышали такое. Я хочу поделиться, да? Это вся информация, которая есть. Больше нет информации. Ногайские танцы, степные, они более вот там низкие, да, движения, более короткие движения. Все внизу. Татские, ну я вкратце, да? А больше нету. Только вкратце. Татские более гордые. Вот это они. Ялыбойский более прыгучий, высокий, горная местность. Угу. Вот, это вся информация. Угу. Больше нету. А есть такой танец в ансамбле «Джамиле», который является визитной карточкой? Можно и так сказать. Вот «Бысхырымдан» есть у нас танец. Неоднократно в 17 году мы его поставили. Там музыка полностью написанная. Арсен Ага Усманов нам в этом помог. И вот этот танец можно назвать визитной карточкой, потому что он нам... Он не занимал меньше первого места. Он, ну, вот такой танец удачный получился. И он получился действительно таким... Действительно передающим свое название. То есть «Бысхырымдан», да, мы из Крыма. И когда мы приехали, я помню, мы первый раз этот танец готовили в Грузию. Uh-huh. В 17 году. И мы приезжаем в июле вроде бы в Грузию. Выступаем, и после выступления
хореографов другого ансамбля, а грузины, чтобы, ну, все знают, у них очень развитые танцы, у них очень культура на высоком уровне, у них язык на высоком уровне, они молодежь, все разговаривают на своем родном языке, то есть развито, да? Хотя я и сам разговариваю, да, не на родном, но чтобы больше людей меня понял, честно. Чтобы все поняли, чтобы все услышали эту информацию. И за Грузию говорил. В Грузии вот этот танец занял первое место, но перед этим мне больше поразило не это. Когда меня позвали два хореографа, с другого вообще, я даже не знаю, с какого ансамбля, честно. Они меня отзывают в сторону, и мы начинаем с ними общаться. Они говорят: о, я вот увидел, я понял, кто такие крымские татары. Я первый раз вижу, но я понял. Благодаря вот этому танцу похвалили, так сказать. Для меня это было уже потрясением. Все, мне уже не нужны никакие там награды, там еще что-то. Цель танца выполнена. Да, но рвение и настрой детей сделали свое дело. Вот. Цель танца была выполнена, конечно. Нас, так сказать, услышали, увидели, самое главное. Машалла. Ну и судя по названию, это танец не только для крымчан, не только для крымских татар, но, можем сказать, в большей степени для людей. Да, представить народ. То есть вот он получился визитной карточкой. Сам получился, да, так. Наша беседа подходит к концу. Джафербей, какие у вас будут пожелания для наших телезрителей? Чтите культуру, язык, развивайтесь, не останавливайтесь никогда на достигнутом. И развиваться. Вот. Чохсафон, но мы, в свою очередь, желаем еще больших успехов ансамблю Джемиле. Также ждем еще раз в нашей студии. Чохсафонс. Да, надеемся, в следующий раз вы уже придете с учениками, и мы увидим танец без... Рамдан уже на нашей маленькой сцене. Ну, здесь мы его не поместим. А мы вас пригласим вот на ту сцену. Попробуем что-нибудь придумать. Ну, даже если не здесь, то на экранах точно увидим. Все, так и сделаем. Чох сағылыңыз. Субетіміз соңына келді сайлы достлар. Яйнымыз ісе девам ете. Шамдане в бетеке қысымны сери тежеміз. Сондан соң кенеде шу студияда. Мен айрылмаңыз.